Яндекс News. Мы в ряде последних передач обсудили темы нетерпимости, страхов, предрассудков и показали, что, по сути дела, общество, вне зависимости от того, к какой этнической или языковой культурной группе мы принадлежим, в обществе существует целый ряд стереотипов, страхов даже, скажем, прикосновения к другому. Прикоснуться означает, по сути дела, узнать, и, может быть, узнать что-то, что может изменить нашу картину мира, что-то, что может разрушить какую-то, может быть, даже, условно говоря, дискурсивную стабильность, то есть то, что мы сами себе придумали, или то, что услышали, во что поверили, и с чем нам легче и уютнее жить. И именно поэтому сегодня я хотел бы предложить вам, по сути дела, самим поучаствовать в конкретных процессах. Речь идет о том, что когда мы говорим о страхах, то они, как мы видели из последних наших дискуссий, именно с нашими радиослушателями, страхи эти гнездятся, таятся, прячутся во многом именно в истории 20-го столетия. И поэтому, если мы говорим о том, что происходило в 40-е годы или в условный советский период до 90-го года, то мы в основном говорим о том, что история у нас тоже получается, скажем, этнически разнообразной, и во многом мы не слышим историю другого. Но здесь, мне кажется, важно отметить, что страхи-то, они часто, как вот говорят в народе, у страха глаза великие, страхи часто, они гипертрофированы, часто мы видим в таком через увеличительное стекло. Это как, например, человек, который боится летать, он, когда самолет взлетает, он слышит шум двигателя, ему кажется, что он работает не так, что что-то не то, что крыло сейчас отвалится, хотя это не происходит на самом деле, но, тем не менее, вот это субъективное ощущение ужаса, оно присутствует. Мне кажется, это относится и к той теме, о которой мы сегодня будем говорить. Я думаю, ты прав. И спасибо, что ты упомянул то, что называется аэрофобией. И насколько я знаю, общаясь с специалистами в области психотерапии, именно подобные вещи, подобные фобии являются скорее не как бы самоценными, а они свидетельствуют о более глубоких проблемах и конфликтах, о том, что бояться летать означает бояться доверять. Мы боимся, я не буду скрывать, у меня какой-то период аэрофобия была, я страдал от нее, я думаю, года два, не меньше, мне удалось это преодолеть вместе со специалистом, и мы оба как бы в процессе разговоров поняли, что основная проблема не сесть в самолет и слушать звук двигателя и выдумывать себе страхи, а речь идет о том, что аэрофобия – это скорее именно симптом чего-то другого. И если мы переносим страхи и фобии на общество в целом, то если наше общество боится лететь вместе в будущее, условно говоря, то значит мы боимся, скорее всего, не самолета, а мы внутри наших общин, групп, может быть, каких-то других коллективов, мы боимся чего-то другого. В какой-то степени, конечно, речь идет о том, что это травматический опыт, потому что мы говорили об этом в последней передаче, и наши радиослушатели, мне кажется, нам очень помогли в этом смысле, к сожалению, не всегда советом или какими-то позитивными примерами, но, может быть, даже иллюстрируя в своих высказываниях страхи. Ну и страхи надо уважать. Если они есть, значит, они имеют место быть, и им есть какая-то причина. Так вот, я думаю, что страхи со стороны латышского населения, мы тоже ведь с тобой их часто слышим, правда? В звонках повторяется все время одна и та же формула. Мы маленькие, вы, кто бы это ни был, большие, страшные, вас много, вы растекаетесь везде, и поэтому можете нас как бы захватить, проглотить и так далее. Мы помним уже высказывания специалистов по, скажем, в области латышского языка, которые, к сожалению, не способствуют именно сплоченности латвийского общества. Так вот, возвращаясь к тому, что бы мы хотели предложить. Я, с твоего позволения, расскажу о том, что год назад, может быть, чуть больше года, в сентябре прошлого года, мы вместе с мемориалом Жаниса Либке, с посольством Германии, с институтом Гёте, с всевозможными организациями из Германии, например, Федеральный союз русскоязычных родителей, а также целый ряд других организаций, многие школы из Риги, мы встретились и организовали первый культурный форум для молодежи, для латвийской молодежи под названием «Рижские беседы». Я знаю, что в Риге очень много всевозможных культурных форумов, и они, собственно говоря, сопровождают нас целый год, но эти беседы, «Рижские беседы», были организованы с целью создать пространство для встречи
между школьниками так называемых этнических меньшинств, напомню, их много, мы говорим не только о русских, и латышской молодежи, которая, может быть, нередко не знает, что происходит в русскоязычной среде. Может быть, у них нет знакомых или друзей из русскоязычной среды. Но в любом случае, этот первый форум «Рижские беседы» прошли очень удачно, и ребята из разных школ Риги и Латвии на протяжении целого дня были вместе в институте Гёте, и они пробовали разговаривать между собой, они пробовали открыться, во многом это была первая попытка, у кого-то был скепсис и страх, и мы смогли проговорить это. Если страхи можно обсудить в публичном пространстве, то возникали какие-то новые идеи, и ребята в конце этого форума сами предложили продолжение его, и в этом году мы собираемся открыть этот форум, собственно говоря, для всех возрастов, для всех этнических групп, для людей, которые могут общаться на разных языках. Основная идея этого форума «Рижские беседы 2» — это тема травмы другого. Об этом мы говорили, как я уже напомнил, в рамках наших предыдущих бесед. Поэтому в этом году под заголовок «Рижских бесед» звучит следующим образом. «Узнать травму другого». То есть, в принципе, во многом, если мы говорим о травмированном обществе, ну, конечно же, 20 век оставил множество ран, следов и в пространстве города, и, собственно говоря, в человеческих душах. Мы знаем, что люди долгое время боялись рассказывать о своем травматическом опыте, и во многом мы не умеем это делать. Но здесь, мне кажется, еще важный момент – это то, что травма, которая была нанесена, в какой-то момент становится очень удобной для того, чтобы какие-то вещи с ее помощью объяснять. То есть человек приходит, говорит, я травмирован русским языком, допустим, если мы говорим там, или там русской культурой, или там русской политикой, которая соприкасается с культурой. И, соответственно, можно таким образом использовать эту травму для того, чтобы сразу отделять от себя какие-то такие слои, которые нужно проговаривать и обсуждать, и говорить, нет, мне это больно, я не хочу об этом говорить, вы не должны меня травмировать снова, потому что я уже, в общем-то, травмирован. И, соответственно, диалога не получается. Можем говорить с другой стороны, берем русскоязычную часть общества, говорит, вот есть латышская часть общества, они лишили нас гражданства, они лишили нас сертификата, и я травмирован, соответственно, этой историей, и никакого диалога не получается, потому что как только эти две стороны встречаются, то, соответственно, говорят, у нас болит здесь, все, давайте не будем друг другу нажимать, потому что иначе мы не договоримся. И это в какой-то степени создает человеку такую иллюзию комфорта, как бы, может быть, это парадоксально не звучало, потому что снимает с него ответственность за дальнейшее развитие диалога. У каждой стороны есть объяснение, почему этот диалог невозможен. Не согласен с этим? Я с тобой согласен по той простой причине, что, собственно, цикл наших с тобой бесед и звонки наших радиослушателей тому доказательство. Да, я с тобой согласен, травма делает человека ленивым во многом, если или общину, неважно, по той простой как бы причине, что да, хорошо, мы можем тогда не общаться, мы можем не выполнять что-либо, мы можем не совершать усилий преодоления, скажем, самого себя, своих страхов, своей боли. Естественно, это неприятно. Комфортнее остаться в этих рамках и, например, сказать, да вы нас всех предали, да я буду продолжать дальше смотреть со стороны на это общество, в принципе, я себя здесь комфортно чувствую, язык знать мне не обязательно, потому что ведь я же обижен. Гражданином становиться тоже не обязательно, потому что ведь в политику я не верю, они все равно это все будут делать без меня и за меня. Поэтому я буду, в принципе, уютненько бурчать себе, и, собственно говоря, эти люди выпадают из гражданского пространства. С другой стороны, можно задать вопрос и, условно говоря, человеку, который травмирован, с другой условной стороны. Ну, как долго можно не прощать? Как долго можно объяснять периодом советского режима то, что происходит в современной социальной политике в Латвии, то, что происходит в регионах, что происходит в обществе в целом, как долго можно списывать на это маленькие пенсии, другие вещи и так далее, и так далее, и так далее. 30 лет мы сами решаем, каковым должно стать наше общество. Вместо демократии мы уходим в такой туман сильной руки. Вместо плюрализма и принятия другого мы уходим в достаточно этнографический и оголтелый национализм, который исключает
реальность глобального мира. А вместо того, чтобы ему открыться и найти свою нишу в глобализации, мы, травмированные со всех сторон, закрываемся за своим забором и продолжаем думать, что мы находимся где-то в каком-то заколдованном царстве, в странном таком безвремении, а глобализация проносится мимо нас. Да, но посмотри, здесь же можно посмотреть на ситуацию с точки зрения, что вот ты говоришь, как можно долго не прощать. Но мы часто, как мне кажется, путаем коллективное и индивидуальное, потому что если, допустим, человек другой национальности говорит, я тебя, русского, допустим, простил, у меня возникает вопрос, а за что? За то, что я родился в 79-м году в Рижском роддоме? То есть меня кто-то простил. Это индивидуальный уровень, который, как мне кажется, тоже важно объяснять, потому что какую вину я, как человек другой национальности, испытываю перед человеком определенной национальности. Есть коллективная история, которая относится к народам, политикам там, и так далее, потому что... Наверное, когда я говорю, у меня претензия к латышскому народу, ну, я сейчас утрирую эту ситуацию, то, опять же, какая у меня может быть претензия к условному Янису, который родился там в 84-м году, да, или там в 85-м, в любом году, он не несет ответственности за то, что делало, допустим, его государство, или не несет, вот как вот это индивидуально и коллективно совместить, вот как ты считаешь? Возвращаясь как бы к теме рижских бесед в этом году, я, может быть, попытаюсь ответить на твой вопрос, но я думаю, что хорошо, что вопрос висит в воздухе, а вот ответы на него всегда будут неполные и очень фрагментированные. И потом я хотел бы вернуться к форуму, потому что мы как раз будем заниматься этой темой. Это мой личный опыт, я уже о нем, по-моему, упоминал. Я, например, понимаю, что заниматься селекцией того, что мне нравится, условно, скажем, в моем культурном пространстве, а что мне не нравится, это не только самообман, но обман этот будет как бы выходить и наружу и существовать в обществе. Поэтому я знаю, что если для меня, например, разные европейские культуры важны и приняты мной, я живу в пространстве русской культуры, которая сама по себе очень различна и есть часть европейской культуры. Я живу в немецкой культуре, в английской или в итальянской, неважно в какой, но и в латышской тоже. Это часть меня, начиная с того момента, когда я стал учиться в Академии культуры. Так вот, я понял, что рядом со всеми шедеврами этих культур я скорее европеец, чем русский. И для меня очень важно понять, что все то наследие Европы, которое было на протяжении столетий, включая в себя не только достижения философии, искусства, культуры, архитектуры, медицины, науки, но и ужасы, кошмары, террор и уничтожение человеческого достоинства и жизни. Таким образом, получается, что хотя я лично или моя семья не ответственны, не виновны, если мы говорим в юридических категориях, то ответственность эта в какой-то степени должна браться нами самими за то, что, скажем, это тоже наше наследие. То есть в моем условном сундуке есть не только шедевры Чайковского, Пушкина, Пикассо или еще кого-то, но есть и то, что в обществах, которые есть часть моего культурного пространства, были возможны тоталитарные режимы, уничтожение человека, пытки, ГУЛАГ, голод и так далее, причем организованный, да. И все это есть часть моей культуры, и поэтому Рижский форум, Рижские беседы, которые в этом году проходят с 8 по 10 ноября, и, собственно говоря, предлагают нам тему или задание «Узнать травмы другого». И я хотел бы рассказать о части, скажем, тех мероприятий, на которые мы приглашаем любого из наших радиослушателей, у кого будет время в пятницу, в субботу и воскресенье прийти и поучаствовать, послушать интересные лекции. На разных языках будет организован перевод, но языки — это латышский, русский, английский. Перевод будет на латышский язык, но 7 ноября в 20 часов в мемориале Жаниса Липки пройдет прочтение пьесы, или так называемая читка, пьеса Аси Волошиной «Мама», и читать ее будет знаменитый действительно в мировом масштабе режиссер Юрий Бутусов, обладатель множества премий «Золотой маски», выдающийся режиссер, его спектакли шли иногда и в Риге в гастрольном формате, и он работает и в московских театрах, и в Ленсовете. Так вот, он будет читать пьесу Аси Волошиной «Мама», и эта тема «Заглушенное тело и травма», потому что травму мы в рамках нашего форума будем воспринимать очень широко. Это травма женщины, которая стала жертвой насилия и которая не может другим рассказать об этом. Поэтому, если у вас есть интерес увидеть, как режиссеры читают пьесы,
то хочу сообщить, что сама автор пьесы, драматург Ася Волошина, тоже приедет в Ригу. Она обещала быть 7 ноября и будет присутствовать при прочтении своей пьесы. Поэтому, если вы желаете прийти, то вам необходимо посмотреть в Фейсбуке информацию Жанни Липкес Мемориалс и там зарегистрироваться, записаться. Но вход свободный. Да, у нас звонок. Давай его примем сейчас. Да. Радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, господин Ханов. Да, значит, вот один такой маленький вопрос. Значит, мы жили в тоталитарном Советском Союзе, в сталинской репрессии, да? Вот понимаете, латышское государство после 90-го года, в принципе, только, так сказать, в мягкой форме, то же самое сделало с нами. Да, просто выкинуло людей за борт, да, вот как чеченский народ, знаете, переселили, а нас просто выкинули, да, и вы теперь говорите, что мы должны, значит, беседовать и так далее. Вот когда пройдет 20-й съезд КПСС, как, только здесь, в Латвии, да, какой-нибудь партии, и скажут, что тоталитарный режим Сталина, значит, был такой-то и такой-то, да, и потом, как моего деда реабилитировали в 58-м году, здесь тоже скажут, что мы вас реабилитировали, и вы такие же люди, как, так сказать, окружающие офиши нас, да? Тогда будет разговор. Вот в чем суть вопроса. Вы всегда уходите от темы, понимаете? От темы уходите. Вы всегда ее заглаживаете. Она всегда будет, понимаете? Пока мои дети живы, мои внуки живы, понимаете? Пока вы нас не реабилитируете. Вот в чем дело. Мои родители умерли, но вы их еще не реабилитировали, товарищи офиши. Я открыто вам говорю, понимаете? Да, спасибо вам. Ну, не знаю, все-таки сравнение со сталинским режимом, это, на мой взгляд, все-таки такое очень сильное преувеличение, потому что никто никого не расстреливает. Троек у нас нет, слава богу. У нас есть определенные проблемы, есть даже процессы, которые можно рассматривать как политические, и они вызывают у меня, например, беспокойство. Но все-таки, когда говорят о том, что у нас сталинизм здесь, ну, все-таки давайте, ну, как-то помягче на эту ситуацию смотреть. Не дай нам Бог всем оказаться в сталинизме. Я хотел бы поблагодарить радиослушателя скорее за то, что он был очень откровенен и высказал свои страхи и опасения. Я не могу с ним согласиться по поводу того, что действительно нельзя сравнивать это со сталинизмом. Что касается выкинуть, вы знаете, я думаю, что, возможно, сейчас я добавлю вам еще больше гнева или печали, но я вынужден это сделать, потому что мы говорим с вами откровенно, такова как бы суть нашей передачи. Очень трудно, и не в смысле интеллекта, еще раз, я подчеркиваю, что я никоим образом не умаляю интеллектуальные способности наших радиослушателей. Я скорее считаю, что очень трудно эмоционально перешагнуть через что-то, чтобы можно было принять, что кто-то другой, по его мнению, исходя из его травматического опыта. Давайте не забывать, что мы жили в Советском Союзе, который был очень агрессивен по отношению к своему собственному населению. Советский Союз строил лагеря для своих же собственных жителей, расстреливал в тюрьмах, посылал тысячи и тысячи людей в Сибири, по сути дела, продолжая царскую, скажем, традицию, да еще куда более сурово, подвергал свой народ голоду и так далее, и так далее. Что я хочу сказать? Трудно понять эмоционально, что для кого-то этот Советский Союз и ваша или моя жизнь были неправильными. Они по логике вещей, если бы не было оккупации и пакта Молотова-Риббентропа, вообще не должны были существовать. То есть советская Латвия – это та страна, которая для многих людей, которые были жертвой оккупации, не должна была вообще произойти и иметь место. Очень трудно понять, как бы, что, условно говоря, получается, что мы тоже как бы не должны были иметь право быть или место. Но дело в том, что как бы это ни было печально и жестко, и горько, у многих подобное впечатление существует. Если мы примем это, тогда мы поймем, что эта травма есть внутри именно этого коллектива, она направлена не на будущее, она, по сути дела, застряла в прошлом. И здесь да, Денис, у нас перерыв сейчас подошел, звукорежиссер нам подсказывает, что нужно сделать небольшой перерыв, потом мы вернемся и продолжим. Это программа «Зима близко», в студии работает Вадим Родионов, Денис Ханов из Берлина и звукорежиссер Родион Золотарев. Будем принимать ваши звонки во второй части программы. Оставайтесь с нами. News. Мы продолжаем. Это программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов. В Берлине с нами на прямой связи из Берлина Денис Ханов и звукорежиссер Дион Золотарев. Мы продолжаем наш разговор о травмах. Сегодня говорим о травмах другого.
Да, звонок я бы хотел продолжить. Давай, может быть, примем сразу его. О том, что мы можем предложить нашим радиослушателям в качестве решения. Если не решение, то, по крайней мере, попытки узнать другого. Итак, речь идет о культурно-молодежном форуме «Рижские беседы-2». И 8 ноября мы начинаем в 12 часов. Поэтому, если кого-то интересует эта тема, тема травмы другого и возможности говорить о том, что болит у другого, добро пожаловать. И в 12.30 у нас первый выступающий – это молодой режиссер документального кино из Берлина, автор книги о праворадикальном, скажем, интернете или праворадикальной идеологии в интернете, Патрик Штегеман. И он начнет наш форум своим докладом под названием «Я ненавижу твою травму». Потому что травму другого, оказывается, можно не только игнорировать, но и ненавидеть. Это очень интересный автор. В январе будет его новая книга о том, как правые радикалы используют интернет для разжигания ненависти. И мы знаем, что эта ситуация и в латвийских СМИ, к сожалению, достаточно проблематична. Далее мы продолжаем и приглашаем наших гостей на выставку. В помещениях Института Гёте откроется видеовыставка московских художников под руководством куратора Даниила Берковского, и это тема «Травма другого». Это будут очень интересные работы, связанные, кстати, и с темой ностальгии о Советском Союзе. Далее, с 15 до 17 часов, это третья сессия, мы предлагаем молодежи, тем, кто интересуется цифровыми технологиями, участвовать в творческом воркшопе тренинге. И тренинг будут вести коллеги из Союза русскоязычных родителей Германии, которые на протяжении 10 лет, этому союзу скоро исполняется 10 лет, они занимаются интеграцией русскоязычной молодежи, в том числе в немецкую демократическую культуру. Да, Денис, у нас очень много звонков, давай их принимать. Сейчас примем звонок. Так, только что был, сорвался. Еще звонок, так. Сорвались у нас звонки. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Антон. Да, Антон. Ну, мне очень нравится, вообще-то, я как-то раньше не участвовал, ваш собеседник. Мне очень нравится его позиция с передачи. Передача взвешенная, очень такая аккуратная. В принципе, молодец, конечно, у вас приобретение хорошее. А по поводу насчет, мне название не нравится, что типа про обиды. К сожалению, травмы, обиды, к сожалению, их много миллионов имело людей. Многие простили, потому что прощать как бы поколение, которое выросло после этого, она знает, это исторический факт, что происходило. Я, допустим, знаю от своих родителей, что также вошли в 40-м году русские в западную часть теперешней как бы Белоруссии в Польшу. То же самое происходило, что и в Латвии совершенно, но я почему-то травмы не чувствую в себе. Хотя обрусел, по идее, да, я уже обрусевшее поколение, вот, а не поляк. Но вот эта игра, я считаю, что здесь ничего не поможет, никакое несогласие, ни понятия друг друга, ни разговор друг с другом, если просто нужно друг друга простить, как я называю. Но вот прощение на чем должно быть основано? Время должно быть прощение? Ни на чем. Каждый человек сам для себя прощает другого, а не на чем-то на встречном движении. Просто нулевая точка. Мы должны друг друга простить. Тогда никаких проблем особых не будет. Но здесь еще добавляется другая проблема. В Беларуси, например, в западной области, конечно, с Украиной труднее сравнивать, да? Там по-другому было. Но в Беларуси это мирно как бы происходит. Не всплывает так сильно и явно, как при Балтике и, допустим, в Украине. Вопрос, почему? Здесь немножко не различие культур дает знать о себе. Латышская культура, например, латышей, и русскоговорящие, или русских, белорусов, украинцев, которые сюда как бы понаехали и здесь присутствуют. Вот это мне немножко перетекает, вывод получается, что это этническая рознь происходит, а не просто только то, что было. И наше наличие здесь, в Латвии, мы как раз дрожим и действуем психологически, и почва пищет для тех, кто использует нас для своей политической, как сказать, политических целях. На этом и партии жизнь ценила в некоторой степени. Да, спасибо вам, спасибо за ваше мнение. Ну вот, кстати, Денис, интересно. Да, большое спасибо за комплимент. Я действительно получаю большое удовольствие от наших бесед. И я бы хотел сказать, что да, вот прощение должно быть тотальным и максимальным. Это действительно должно быть окончание какой-то истории. Так вот, если кого-то в субботу, 9 ноября, интересует, каким образом в области искусства, литературы и музыки современная российская молодежь думает о травме, то, пожалуйста, добро пожаловать, приходите на лекцию
«Молодежь и прошлое. Новые формы взаимодействия». И автором этой лекции является сотрудник музея ГУЛАГа из Москвы Константин Андреев. В мемориале Жанни Салибке в 18 часов в субботу 9 ноября. Добро пожаловать. А если есть желание провести еще более долгий вечер с нами, то начиная с 20 часов в культурном центре Канепе, это улица Сколос, 15, будет бесплатный концерт и музыкальный и поэтический вечер, где будут присутствовать российские поэты, а поэты из Берлина русскоязычные, Александр Смирнов или Дельфинов, Динара Расулева, Алексей Климан и многие другие, а также музыкальные группы из Хельсинки и Санкт-Петербурга. Это вечер 9 числа, и на самом деле вся эта информация есть на Фейсбуке в мемориале Жанни Салибке. Да, еще звонок у нас. Да, давай. Да, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне вот это все отношения напоминают отношения: муж с женой поссорились, сидят по углам и лелеют каждый свою обиду. Потом они вроде решили помириться. Но ее подзуживает мама, говорит, что я тебя предупреждала, ему друзья говорят, что она тебя недостойна. Вот мне кажется, у нас тут тоже нас подзуживают, причем с обеих сторон, что русские националисты, что латышские. Вот когда мы начнем думать своей головой, не обращать внимания на этих подзуживающих, может быть, что-то получится. Спасибо. Да, спасибо вам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Сразу еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Но я, к сожалению, не могу сказать комплимент, который предыдущий, так сказать, слушатель сказал. У меня только одна мысль появляется. Нельзя остановить поющего кобзона, как нельзя остановить бегущего бизона. Вот вы, наверное, не чувствуете, что вы одну и ту же мысль десятки раз повторяете. Вот нам дают 30 секунд, чтобы выразить свою мысль. А профессионалы выражают свою мысль 2-3 минуты. Это считается высший пилотаж. Вы целый час одно и то же говорите. Вспоминаете про ГУЛАГ. Что вы про ГУЛАГ вспоминаете? Вы вспомните про Освенцим, про Дахау. Вы говорите, что мы голодали. Какой голодали? О чем вы говорите? В столовой хлеб бесплатный был. Я лично студентом был и даже удивлялся, что хлеб был бесплатный. А вы слышали о голодоморе в Украине? Вы просто какую-то пропаганду такую... Вы слышали о голодоморе в Украине? Читали, может быть? Вы знаете, что хлеб бесплатный в столовой был? Я не говорю о хлебе в столовых, я говорю о голодоморе 30-х годов. Вы в столовой, в 30-е годы, вы вспомните про Германию лучше, в 33-м году, почему там... И это мы помним, переворот. Если бы вы послушали наши передачи, вы бы слышали о том, что мы упоминали эти темы, несомненно. Так вот, говоря о 10-м числе, если у кого-то есть интерес продолжить диалог по поводу истории, я предложил бы вам поучаствовать, например, в еще одной лекции. Это лекция, которая пройдет в 4 часа в мемориале Жанни Салибке 10 ноября. И это тема «Красота зла». Участвовать будет уже гость когда-то нашей программы, дизайнер из Санкт-Петербурга и как бы лектор, специалист по современному искусству Даниил Вяткин. Он будет рассказывать о тоталитаризме и о красоте зла, условно говоря, тоталитарных режимов, потому что, несомненно, эти режимы захватывали умы человека именно ритуальными действиями, костюмами, церемониями и так далее. Далее, если есть интерес познакомиться с современным театральным искусством из Санкт-Петербурга, то мы приглашаем вас в театр на улице Гертрудес, Гертрудес 101А. И в 19 часов там пройдет поэтический вечер, который закончится презентацией новой пьесы под названием «Спрос». Эта пьеса посвящена судьбе русского поэта в современной России. И также вы можете послушать современную российскую или русскоязычную поэзию. Опять же, Александр Смирнов представит свой новый сборник, сборник поэзии «Паника». И далее еще один известный российский поэт, автор оперы «Медея» Леха Никонов, он будет читать свои лучшие произведения. И далее в 20 часов 30 минут наш форум закончится спектаклем «Спрос», режиссер Алексей Климан из Санкт-Петербурга, и пьеса эта будет проходить на русском языке. На самом деле мы приглашаем на наш форум также и наших, скажем, латышских
слушателей, потому что в любом случае 8 ноября перевод на латышский будет обеспечен. Приходите послушать поэзию, музыку, пообщаться, послушать интересные лекции. В какой-то степени этот форум, эта попытка, несмотря на все наши обиды, на наши собственные фантазии и страхи, продолжать думать о том, как мы можем жить вместе. Да, у нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей. Пропагандист Тиханов, господин, он как-то имеет какой-то однобокий взгляд. Мне еще нравится его тезис о том, что европейцы, значит, колонизировали арабов и негров, поэтому сейчас народ Латвии, ну, типа латыши и русские, должны страдать и принимать беженцев. То есть он вообще все перепутал, ну, как бы подменяет понятия. А мы что, страдаем от того, что беженцев принимаем, что ли? Нет, но он говорит о том, что мы должны принимать беженцев, да? Но если сюда приедет там их 500 000, то мы будем страдать, это точно. А те люди, которые, например, в советское время сюда приехали, тогда кто? Так понимаете, он говорит, что европейцы колонизировали. Мы-то никого не колонизировали. Советский Союз, если так рассматривать, можно... Советский Союз присоединял территорию. Так как мы европейцы, поэтому мы должны страдать за них. Что, он вообще путает берега? Ну, потом еще один момент. То есть русских тут оттеснили от работы по языковому принципу. То есть нету работы, значит нету денег, ты голодный и умираешь. Он этого что, не видит, что ли? То есть это же геноцид, просто... Да какой геноцид? Слушайте, ну что вы используете? Ну, давайте вот все-таки, вы посчитайте, что такое геноцид вообще. Я советую таким образом обратиться в Рижскую думу, в те отделы, которые занимаются социальной политикой, и я думаю, что тогда, может быть, нашему радиослушателю будет чуть-чуть легче жить, если он осознает, что вместо геноцида, о котором он говорит, в принципе, в любом городе и, скажем, каком-то населенном пункте Латвии есть целый ряд социальных, скажем, социальных помощи и поддержки, которая, ну, точно поможет человеку не умереть, как он только что упомянул. Ну, кстати, геноцид, вот это часто использование, это тоже о страхах ведь, согласись. Когда говорят о геноциде, причем используя это слово, там, на мой взгляд, где это вообще не соответствует ситуации. Ну, Вадим, ты же прекрасно понимаешь образ, скажем, манипулятивных практик, да, то есть если мы упоминаем самое радикальное понятие, то тогда после него уже как бы все, это, что называется, последняя остановка, там уже ничего невозможно, да, поэтому в данном случае это классический вариант, когда мы не хотим слышать другого. Поэтому если, именно поэтому я призываю просто заглянуть в этот форум, выбрать для себя что-то интересное и, может быть, пообщаться, потому что я вижу, что, например, предыдущий слушатель сказал о том, что ему не хватает времени для того, чтобы выразить свое мнение. Ему дается 30 секунд, а я забрал себе целый час. Ну, так уж получается, что программа на 30 секунд или на 5 минут вряд ли была бы интересной, мы вряд ли бы успели что-то, условно говоря, проговорить. Поэтому я считаю, что небольшой комментарий по поводу столовой и Голодомора – это просто классический вариант, по моему мнению, когда происходит вот установление таких стеклянных стен. Мы просто не слышим и не видим, да. То есть, да, когда я был школьником, черный хлеб валялся на полу в столовой, потому что его была целая гора, никто его не хотел есть, мы делали мякиши и стреляли друг в друга. Но речь идет о осознанной и чудовищной политике коллективизации, которая привела к, по сути дела, голодным смертям. Неужели нельзя заглянуть в мемуары тех, кто видел на московских и питерских вокзалах умерших от голода крестьян? Моя преподавательница помнит еще как ребенок, когда она видела эти трупы и так далее. Так что на самом деле очень болезненно открывать такие страницы своей собственной истории, но это тоже часть нашей культуры, часть нашей истории, да. У нас еще звонок, здравствуйте, как вас зовут? Я по поводу геноцида уточнить. Значит, в 48 году, 9 декабря, на Генассамблее ООН был принят закон, 283-я часть, о геноциде. Там написано, что причинение психических травм части народа, это является геноцидом. А когда у нас врачам говорит, что психическую травму принесли там на работе, например, да, врачи это не хотят слушать, они убегают просто. Просто это в Латвии вообще... Я не очень понимаю, каким образом это относится к нашей сегодняшней беседе о травме. Речь не идет о травмпункте. Да, геноцид — это уничтожение все-таки. Речь не идет о травмпункте.
речь идет не о вывихах и, допустим, переломах, а, возможно, речь идет в таком более метафорическом смысле о переломах и вывихах в нашем собственном сознании, о том, что мы травмированы как, знаете, наследники 20-го столетия. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Вот я хочу задать несколько вопросов вашему партнеру, Вадим, да? Первый вопрос у меня такой. А скажите, пожалуйста, вот вы тут назвали программу «Приезжают россияне», тут рассказывать будут о театре, о том, и что. Я понимаю, что если бы с этими же темами выступили артисты Латвии, русскоязычные, тогда я понимаю, тут же выступает латышскоговорящий, и тогда я, как житель Латвии, могу с чем-то сравнить что-то. О чем мне россияне? Что они мне будут рассказывать? Как в России хорошо или как в России плохо? Я могу ответить на этот вопрос. Значит, извините, я задал вам второй вопрос. Тоже. Да, так вот так и говорите вы. А второй вопрос у меня самый главный вам. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что правильнее было бы вам в течение часа говорить об отношении министра образования и науки Латвии к русскоязычному населению и к русскоязычному образованию? И не надо ли было изменить учебники истории? Вот тогда бы огромное количество детей понимали бы, как было в Советском Союзе плохо или хорошо, как сегодня им живется плохо или хорошо, и вот тогда интересно было бы вести встречи. И надо ли было бы тогда вести встречи между русскоговорящими детьми и латышскоговорящими? Или они у них бы был бы уже, наверное, я так думаю, общий язык. Да, спасибо. Но общий язык у них латышский. В то же время никто не запрещает молодым ребятам, школьникам, я знаю, что во многих латышских школах есть интерес к русскому языку, и в какой-то степени этот интерес возвращается, то есть, в принципе, они всегда найдут возможность найти общий язык и поговорить. Во многом мы, люди более старшего поколения, мешаем им, мы цепляемся за них своими пальцами, потому что мы из прошлого, из 20-го столетия, многие из нас там застряли, многие из нас переполнены обидами, с которыми мы не хотим работать. Я говорю именно «мы», потому что я не разделяю здесь кого-то, кто слушает, и кого-то, кто говорит. А многие из нас лентяи, потому что мы не хотим работать с нашими травмами. Как говорил Вадим в самом начале, нам с ними уютно. Но именно поэтому я считаю, что ребята умнее нас во многом, они честнее, они более смелые, они будут говорить и общаться. Мы видели это на первом форуме. Что касается министра образования, я думаю, что это человек, который является частью правительства и своей партии, и поэтому она представляет подобные интересы. Для того, чтобы менять содержание политики образования, нужно это делать демократическими способами, а иными словами, становиться гражданами Латвии и влиять на политические процессы. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Добрый день. Ну, для Сони Хана, все-таки, конечно, краткость не сестра таланта, в смысле, краткость не ваша сестра, все-таки, вот если вас не останавливать, наверное, будете монологом здесь сейчас говорить, это все-таки по форме, важно. По формату этой передачи. Я понял, но это так, просто к слову. И вот, понимаете, все принципиально крутится вокруг вот этнической составляющей, вот оккупации или пакта Молотова-Риббентропа или Голодомора или... Но ведь если все-таки попытаться быть объективным, этническое здесь совсем на последнем месте, вот даже те оккупанты, которые вот сюда заходили, ведь они же шли не по своему намерению сюда, это кто-то решил за них, а те, кто решал за них, там значительная часть была вот, кстати, той же этнической составляющей, которая сейчас здесь главная. Так что вот все время педалируя эту тему... Вот Вадим, значит, сказал, мол, все-таки оккупация. Кто, где, когда признал, что здесь была оккупация на международном уровне? И получается, опять же, с какой стороны к этому вопросу не подходи, упирается все этническое. Русские сюда пришли, захватили и так далее. Понимаете? То есть по факту как бы пришли сюда вроде как русские, но это же как бы однобокое видение вот этой ситуации и насчет Голодомора, и насчет пакта Молотова-Риббентропа, все вот точно так же. Да, спасибо вам. Ну да, Денис, буквально минута остается у нас. Я не вижу связи между этническим и подписанием договора между двумя тоталитарными режимами о разделе других стран и территорий. Не вижу никоим образом. Это
преступление, скажем, на уровне международной политики, это, по сути дела, вторжение в независимые государства с последующим как бы тоталитарным правлением. Поэтому здесь, я должен сказать, скорее всего, нам стоит заглянуть в европейские документы, в европейскую интеллектуальную традицию, в те книги, исследования, которые как бы пытаются создать все-таки общую европейскую историю. Именно поэтому, еще раз, я приглашаю в окончании нашей беседы всех на форум «Рижские беседы-2» 8, 9 и 10 ноября. Смотрите на сайте или в фейсбуке Жанис Липке Мемориалс, и там вы увидите целый ряд интересных мероприятий: театр, музыка, поэзия, дискуссии, лекции. И я думаю, что говорить о травме лучше, чем о ней молчать, тем самым, может быть, нам станет менее больно, и мы услышим, что другому тоже может быть больно. А это все-таки путь к прощению, к признанию и к диалогу. Я хотел бы еще раз поблагодарить, Вадим, не только тебя за то, что мы продолжаем эту беседу, но и наших радиослушателей, тех, кто и критиковал, и поддерживал. И я думаю, что мы обязательно продолжим во второй половине ноября наши дискуссии. Тем очень много. Большое еще раз спасибо за внимание и за звонки. Да, это была программа из цикла «Зима близко». Всем спасибо. Говорим Денису до свидания. Я с вами не прощаюсь. После 5 часов мы встретимся в 2-часовом вечернем интерактиве. Так что оставайтесь на нашей волне. Денис, всего доброго. Спасибо, счастливо.